нет очередям и волоките. Теперь, чтобы получить консультацию специалиста отдела пособий и социальных выплат Колыванского района, жителям не обязательно приходить в отдел. Видеоприемы населения по скайпу – новая форма работы с обращениями граждан. Добрый день. На ваши вопросы будет отвечать начальник отдела пособий и социальных выплат Колыванского района Румынская Жанна Владимировна. Личное задушевное общение сотрудников учреждений и посетителей – вещь исключительно важная. Но в этот процесс все активнее входят и электронные компьютерные технологии. Так удобнее и быстрее. Получить все необходимые ответы на вопросы, не вставая с места. Как это сделала Наталья Федоровна, узнала об услуге и сразу воспользовалась. Ну, я узнала, что у меня было написано заявление об отказе от социальных выплат, и будет автоматически продлено это заявление. То есть мне идти снова писать заявление, и там придешь в очереди, мне не нужно этим заниматься. Дистанционные приемы населения проходят в режиме реального времени. Специалисты теперь более оперативно решают проблемы людей. Посетитель видеоприема не только может задать вопрос, но и показать какие-либо документы через веб-камеру. Получить консультацию на любые вопросы может каждый желающий. Для этого достаточно иметь компьютер, подключить его к сети интернет и установить специальную программу для общения в онлайне. Кликнуть мышкой на имя пользователя, и специалист отдела пособий ответит на все возникшие вопросы. Особенно актуальна новая форма работы для жителей отдаленных сел района. Такой звонок они могут сделать из сельского совета. Вот новая форма работы для нас с обращениями граждан, она дополняет нашу выездную форму работы, когда мы выезжаем мобильными клиентскими службами в села района. Но как бы ни были чисты вот выезды в населенные пункты нашего района, они все же имеют определенный временной интервал. А вопросы, которые возникают у населения по вопросам предоставления льгот, мер социальной поддержки, по вопросам назначения и выплаты пособий и социальных выплат, они возникают ежедневно. Сегодня получить нужную информацию могут жители нескольких районов. Со временем такая форма приемов заработает на всей территории региона. Также отдел социальных выплат работает еще над одной программой – социальный паспорт гражданина, где будут заключены все сведения о каждом жителе района, вплоть до информации из пенсионного фонда.